В мае в средней школе номер 5 для учащихся 5, 6, 7, 8 классов был организован День здоровья. Праздник начался с построения в зале. У каждого класса было свое название, форма, девиз, речевка. Ребят поприветствовал заместитель директора по воспитательной работе Дмитриева Елена Павловна. Командиры команд сдавали рапорт главному судье соревнований Шевлюге Татьяне Николаевне. Далее ребята продолжили состязания на спортивных этапах. Этапы были разнообразные. Это силовой этап, метание мяча, прыжки в длину, легкоатлетическая эстафета. Самым сложным был творческий этап. Здесь ребята показывали умение ходить строем, петь песню, выполнять строевые команды. Классные руководители между этапами поддерживали ребят и давали советы. В этот день учащиеся 9-11 классов выступили в роли строгого жюри. Все команды с нетерпением ждали подведения итогов. Ребята показали хорошие спортивные результаты. В итоге участникам было вручено большое количество грамот и дипломов. Всем хотелось, чтобы такие дни здоровья стали традицией 5-й школы и не только.